Рука была в таком свободном состоянии, чтобы не затекала рука. Ну, попробовали все. Пробуем, делаем. И пробуйте, сжимайте кулак. Сегодня бокс стал намного моложе, хотя цена той правды, что открывается уже в первом столкновении, с первым же ударом все та же, зато бой, держись. Вот что нравится юности. Нравится и пугает. Боксер бьет изо всей силы, кажется, от этого нет защиты, если бы не мастерство и добротная боксерская выучка. За всю долгую работу с детьми Борис Николаевич Греков поднял на олимпийскую высоту Сергея Сивко и Александра Кошкина, который рос уже здесь, в этой школе. Здесь к нему пришло и мастерство, и слава. После серебряной олимпийской медали золотая на чемпионате Европы. Закончится тренировка, и будет чай. Так здесь заведено. Сколько неожиданностей ждет новичка на ринге, но бой не поссорит никогда. Бывает трудно, даже очень, достанется и побежденному, и победителю. А рукопожатие после боя всегда крепкое и всегда от сердца. Это новичок поймет сразу, это же подтвердит и зрелый мастер. Защищаться. С этого начинается бокс.